Сегодня в эфире «Мега утро» мы познакомим вас с артистом цирка, внуком знаменитого клоуна Майя, который расскажет о своем образе и творчестве. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Я так рад вас видеть, вы такие красивые вообще. Как цирк появился в вашей жизни? Как семья повлияла на это? Цирк в моей жизни появился, можно сказать, с молоком моей матери. Вот. Я родился в цирке, как у нас говорят, это родился в опилках. Династийный артист, артист в четвертом поколении. Вся моя семья, начиная от прабабушки и в данный момент заканчивая, продолжая мной, не заканчивая, естественно, вот, мы все трудились на манеже и до сих пор продолжаем это делать. А у вас выбор был продолжать или не продолжать? Или такого разговора не было? Выбор есть всегда. Мы все люди свободные и можем выбирать все, что хотим. Соответственно, в период, наверное, какой-то, как когда я был маленький, вот, я об этом, конечно, не задумывался, потому что это магия для ребенка, это очень интересно. И где-то, наверное, уже в более осознанном возрасте, там, после 20-25, появились такие мысли. Пробовал что-то, какие-то варианты разные тоже, пытался напробовать себя в режиссуре, вот, какие-то театральные постановки, что-то такое. Но все равно все эти попытки приводили меня обратно в цирк, собственно говоря. Сейчас вы нашли себя? Да, я себя, безусловно, нашел, я считаю, но на данном этапе. На данном этапе я себя нашел. В целом, ну, найти себя – это очень сложно. Вот. Как бы собирательная какая-то история. То есть тот отрезок жизни, который я провел в цирке, он дал мне что-то, какую-то часть меня. Сейчас, в данный момент, я нашел себя в замечательном месте под названием Clown House. Это первый в мире клоунский лейбл, где собрались лучшие клоуны. И совместно мы делаем очень крутые штуки абсолютно на всех, во всех направлениях, во всех сферах. Этим самым мы хотим вернуть доброе, честное и великое имя клоуну, настоящему клоуну, современному, стильному, модному, ну, собственно говоря, как я, вот уже видите, да? Вот. А крутые штуки это какие? Зритель сейчас увидит кадры с ваших социальных сетей. Например, мы для вас подготовили, для всех наших дорогих зрителей, новогоднюю песню. Называется она «Новая годная песня 2023». Фото в полный рост, выложу я пост, засниму с котом веселый мем. Смотрю, как на ТВ зажигают звезд, а я зажигаю на столе. Вот, собственно говоря, мы на этом не остановились и решили вас еще порадовать замечательным клипом, который вы тоже можете увидеть на всех абсолютно платформах доступных, послушать, потанцевать, посмотреть, поставить лайк, написать комментарий какой-нибудь. В целом, ну, вы знаете сами, кому я рассказываю. А лейбл появился, потому что тиктокеры захватили все пространство, и вы стали понимать, что нужно туда идти и выгонять их. Вы знаете, мы ни с кем не конкурируем. Для нас ни тиктокеры, ни блогеры, ни инстаграмеры и прочие другие ребята, они для нас как бы... У нас своя история, у нас свое направление. Мы хотим дарить людям радость, тепло и улыбки. Как говорится, на всех свой зритель найдется. Поэтому мы не стараемся ни с кем конкурировать, мы просто тихонечко наблюдаем и делаем свое дело. А чем удивляете? Сейчас зритель, дети искушенные. Их не удивить. На самом деле, да, публика сейчас очень искушенная, потому что очень большое изобилие всего в интернете и на других каких-то площадках, помимо социальной какой-то виртуальной жизни и в реальной жизни очень много всего. Мы стараемся удивлять добротой, искренностью, простотой. Мы стараемся быть ближе к людям. Мы хотим
показать им, что мы тоже такие же обычные ребята, которые, у которых тоже есть какие-то проблемы, какие-то вещи, которые они не могут решить. Но так как мы клоуны, мы делаем это с какой-то самоиронией, иронией и с любовью и добротой. То есть мы обыгрываем жизненные ситуации, где обычный бы человек, может быть, бы разозлился, там, накричал бы на кого-то. А мы выходим с улыбкой и вызываем улыбку, соответственно, у нашего дорогого зрителя. А ваш яркий внешний вид, он всегда такой? С утра до вечера, до ночи? Конечно, я это же, как говорится, часть меня, поэтому даже если я немножечко забыл подкрасить свои прекрасные волосы, вот недавно, кстати, сходил в парикмахерскую, все равно внутри меня живет этот мой персонаж, и он постоянно со мной. А как люди реагируют? Не все же знают, что у вас профессия такая. Удивлять, радовать. Люди реагируют по-разному. Есть, например, те люди, которые боятся клоунов. Вот. Это тоже наша задача. Объяснить им, что бояться нас абсолютно незачем. Нас надо любить, смотреть, смеяться над нами, смеяться с нами. И, в общем-то, в целом, как бы это что касается вот именно по этому варианту, а очень яркие реакции, ну, все очень удивляются достаточно. То есть, когда говоришь, что ты клоун, и все-таки клоун, а что это, вот красный нос, парик, вот, стереотипы начинают сразу вылезать, ты начинаешь пытаться им объяснить, что это такое, показываешь какие-то видео, где уже клоунада современная. Это все о чем говорит? О том, что история клоунады немножечко потерялась, у людей остались вот какие-то те воспоминания, что очень много людей, например, в цирке были только в детстве, когда тоже спрашиваешь, вот, и как раз-таки, когда говоришь, я клоуном работаю, очень много говорят, ой, а я в цирке последний раз там с мамой в 5 лет ходил. И опять же, мы хотим тоже привлечь аудиторию, чтобы люди ходили в цирк на классных клоунов, на которыми действительно можно посмеяться. Как, например, люди ходят на концерты каких-то комиков известных, да, там стендап или еще что-то такое. Вот мы вот это хотим, чтобы выйти на такой же уровень, скорее всего. А есть желание стать частью шоу-бизнеса, выступать, гастролировать? Потому что песня и клип, мне кажется, об этом. Вы туда стремитесь? Безусловно, безусловно, конечно. В целом, вы знаете, мы, ну, цирк — это тоже своеобразный шоу-бизнес, потому что, ну, как бы, как тут ни крути, искусство вообще в целом — это шоу-бизнес, даже самое высокое. Люди же получают за это деньги, да, и какие-то вещи происходят, то есть, ну, популярность появляется, еще что-то. То есть, соответственно, конечно, и мы туда стремимся, и мы хотим быть на одной волне в этом прекрасном мире под названием шоу-бизнес. Вот. Да, да, совершенно верно вы говорите. Евгений, вам большое спасибо за интервью. Я уверен, что вы добьетесь больших успехов. Будут просмотры, огромные деньги, и клоуны захватят, как тиктокеры, все пространство. Абсолютно верно. Я в этом не сомневаюсь. Очень скоро вы в этом тоже убедитесь, потому что планы у нас грандиозные, я так скажу. Вот. Мы хотим захватить весь мир. С добрыми довериями, с юмором и с позитивом, чтобы все люди наконец-то услышали и поняли, кто такие настоящие клоуны.